Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы попробуем с вами словить. Вот интересно посмотреть, с каким же шансом все-таки упадет пятерка. Возможно, мы будем очень долго ловить чары, кто его знает. А хочу я пятерочку словить для одного очень интересного героя и сделать вам сегодня же тест, обзор этого героя. Так, недомыгание. Кайфовая вещь. Поставим пока сюда. Боже, что творится? Что творится у меня? 20 тысяч коробок, я думаю, нам хватит хоть на одну пятерку новой чарки посмотреть. Какой же шанс, четверки падают, я уже не один раз показывал, вот асяски этой падают через раз, а вот пятерка падает вот так вот, ребятушки, это пятюнчик сразу, вот видите, когда надо падает. Знаете что, вот я сразу же вам покажу, на какого героя я поставлю, это будет стрелок. Да, здесь у меня стоит пиромах, но пиромах стоит для архидемона. Я уже запарился, честно говоря, тестить архи. Хочется больше какого-то трешечка, посмотреть на какие-то сборки героев, когда они будут нереально крутые. И у нас будет вот такой вот теперь стрелок. Показывал я вам доспех. Изначально был плюс 25%. А потом пиромаха ставил. Ну а сейчас у нас будет такая вот сборка, она мне реально нравится, вот эта чарка одна из топовых, из-за того, что отхил увеличивается у героя, плюс добавляется деф. Вот теперь посмотрите, что мы сейчас делаем с нашего стрелка, и напишите в комментах, как вы думаете, будет ли он тащить или нет в такой сборке. Так, сюда поставим каменку. Можно поставить и рвение. Оно, в принципе, где-то плюс-минус тоже неплохо. Правда, тут 40%, но увеличивает атаку плюс 65%. Но тут зато деф. И деф довольно-таки приличный. 60%, то есть это намного больше. Плюс 40% здесь, плюс сам по себе герой дает понижение по себе. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу такой вот сборки. Еще ставится сюда ангел, и герой просто у вас будет неубиваемый. Ну что, а мы поехали дальше смотреть, какой же шанс словить еще какую-то дичь. Потому что у меня очень много героев, надо переролить. Я на сегодня очень много тестирую разных чар на разных героях, и у вас будет куча видосиков интересных по чарам. Но из вас просят показать то, ребят, все покажу, я не успеваю просто. Я, если бы я сидел только занимался Castle Clash, у вас бы было бы по 10 видосов в день. Так, передача энергии. Ну, передача энергии тоже классная тема. Зачем я сюда пихнул? А это я тестил вроде. Надо заняться силой, дальше качать. Хотя толку от этой прокачки, честно говоря, никакого. Хочу все-таки слить некоторых ронинов и вкачать гарнизон обратно. Сделать нормальный даф. Потому что сила силой, а толку от нее, по сути, никакого. Чисто ради топа. И все. 20 тысяч коробок, вот реально 20 тысяч коробок, вот берем в среднем, вот считайте, у меня уходит, чтобы ее сменить, 1, 2, 3, ну считаем, давайте, вот, 1, 2, 3, ну 3-4 секунды, берем 3 секунды, потому что вам еще надо будет немножко подумать. Вот сейчас мы в среднем 20 тысяч. Где там мой мега-калькулятор? Берем 20 тысяч. Разделить
на 60. Ой, сказала я. Подождите, а что я считаю? Что-то я уже туплю. 20 тысяч умножить на 4 секунды в среднем, если так брать, разделить на 60, это в минутах, разделить на 60, это в часах, 22 часа. В общем, можно сутки, ребят, сидеть, запускать чисто, знаете, такое, стримчик, ставить фармбота и целые сутки вот так вот ролить чарки. Сразу скажу, вот с выходом сундучков с пятыми, ну вообще смысла стали бессмысленны, скажем так. Это точно так же, как и с выходом талантов, когда они начали их продавать, точно так же и с чарами. Вот эти вот сундуки бессмысленные стали для донатов, потому что там ты себе можешь на выбор не заморачиваться. Понятно, тут рандомчики, и у тебя больше возможностей получить вот эти сундуки, чем те, там, где сразу гарантированно пятерка падает. Ну, как видите, вот Holy Conviction падает очень часто. То есть, по сути, и то классно. Ну, в реальности эти вот коробки будут просто вот валяться. Если раньше я планировал хоть как-то их там потратить немножко, то сейчас они бессмысленные. 20 тысяч, они по сути идут вместе с другими плюшками, но вот эти вот четверки, 4, 4, 4, ты просто заморачиваешься. Я просто во многих случаях забиваю на это, потому что, ну, это бессмысленно сидеть. Кстати, час, вот видите, ну, падает, то, о чем я говорил, что очень часто падает эта чарка, 4-5. Так, пиромах. Кого я там хотел потестить. То есть, можно собирать героев, на фрейку тоже опять же надо чарку вытащить. Вот у меня 5-5 на ворожее уже стоит. На некоторых надо ставить недомогание, те, которые дольше будут у вас жить. А на некоторых надо ставить новую чарку. Вот так, Ронин. Можно, кстати, как вариант Ронину поставить пиромага, потестить. Посмотреть, что с этого получится. Как, ну, в принципе, там куда он большой, они один раз переахрится и все. Но тоже можно попробовать. Возможно, придумаю, вам покажу то, что я задумал. В общем, возвращаемся к нашим тараканам. Недомогание еще одну однозначно ставим на Фрейю. Для PvP локаций. Когда у вас на базе будет 3-4 недомогания, очень сложно будет людям пройти с отхилом, потому что отхил все время режется, все становится очень печально. Так, ну, как видите, пятерки отсюда. Вот вам, пожалуйста, еще один Holy Conviction. Так, а этот Holy Conviction, на кого я хотел такого интересного поставить? А вот сюда поставлю. Тоже сделаю следующую мега имбу. Ну, как видите, довольно-таки неплохо падает, но опять же, это английский сервер. На каждом сервере я вам сразу скажу, что по-разному все падает. Это очень заметно. Это, если знаете, если они говорят там, везде одинаковые шансы, это рандом. Нет, ребят, рандома, к счастью или к сожалению, нет. Все зависит чисто от того, что подкрутят вам, какие вам шансы поставят. Так, еще один. Еще и еще эти пиромаги, конечно. Вот тут у нас пятерка должна быть.
Такс. То есть на вот это вот открытие, как вариант, можно тратить время, но опять же, если была бы возможность какая-то, вот неплохо было бы, если бы не сделали, что до определенной там, допустим, чара. То есть выбираешь, что тебе надо, и открываешь, а не сидишь, блин. Либо бы убрали вот эту задержку, чтобы было точно так же, как и на картах. То есть ты нажал, 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 и не было этого подтвердить, либо поставили галочку какую-то. Теряется очень много времени, и это реально вымораживает. Конечно, падают чарки, как видите, довольно-таки неплохо. В общем, вот такие вот дела. Ждите обзорчика уже на интересного героя. Всем, всем такой же удачи. Всем пока.